Друзья, всем доброго дня! С вами Ирина Исмагилова. И сегодня у меня вторая часть моего видео о моих покупках для скраббукинга. Как я уже сказала, боялась я удлинить слишком видео, потому что, на мой взгляд, такие видео немножко тяжеловато смотреть, поэтому разделила его на части. Вот моя вторая часть. Вторая часть моих покупок сделана в одном магазине. Это Eco Luxury, интернет-магазин. Группа ВКонтакте у них есть, заказывала я оттуда. И из-за чего, в принципе, я делала заказ, это из-за очень дешевого коврика. То есть, прежде всего, я купилась, конечно же, на этот коврик. Размер коврика А3, и стоил он, не соврать, то ли 360 рублей, то ли 390 рублей. Ссылочку на эту группу ВКонтакте я обязательно оставлю внизу. Проходите, смотрите, очень хорошие цены, очень хороший администратор группы. На все мои вопросы постоянно отвечал, у меня возникало очень много вопросов в ходе всего. Шла навстречу в каких-то ситуациях. Это Ирина Шутан. И огромный привет за ее терпение, за то, что она меня выслушала каждый раз и старалась идти навстречу. Вот такой коврик я заказала. Как я уже сказала, он стоил очень дешево. 360 либо 390 рублей. Не пробовала его еще в работе. Не знаю, как он служит, как он восстанавливается. Ну, вот таким образом он выглядит. Обратная сторона такая чисто зеленая, без всевозможных разметочек. Старый коврик у меня, к сожалению, всевозможными клеями, он сильно испорчен. Даже если снимать какие-то мастер-классы на нем, мне немножко неудобно и стыдно тот коврик использовать для съемки, поэтому я купила новый и, надеюсь, я его буду хранить и беречь. Дальше покажу вам вот такой набор, я бы сказала. Он из одной серии идет. Это серия «Наша малышка», бумага от Scrap Mirror. У меня есть заказ на альбом, и вот мой заказчик выбрал вот такую бумагу, я ее заказала. И давайте вам покажу полистно. Бумага плотностью 190 грамм. Очень расцветки мне понравились, очень такие нежные. Стороночку пока уберу. Вот такой листочек. Она односторонняя, поэтому буду показывать только с одной стороны. Такой немножко камера искажает цвета. Но цвета очень красивые, очень нежные, девчачьи. Вот этот лист с карточками. Размер данных листочков 20 на 20. То есть именно такого размера у меня и будет альбомчик. Альбомчик будет для девочки. Вот такой прелестный цветочек. Листочек, вернее, в цветочек. Тоже в точку, по-моему. Очень базовый листочек. Очень базовая расцветка, вернее. Такой тоже милейший листочек с отпечатками ножек и ладошек. Такой. Вот такие милейшие овечки. И вот такие, не знаю, качельки, наверное, да, качельки, коняшки, как их назвать. Вот такой. Заказала, как вы видите, я два наборчика, потому что, скорее всего, альбом будет на 8 где-то разворотов. И всевозможные кармашки там будут, чтобы была возможность мне бумагу не экономить, а уже полностью, чтобы моя фантазия отрабатывала свое предназначение, чтобы я ни в чем не ограничивала себя, так скажем. И, соответственно, я прикупила все, что было к этой серии относилось. Единственное, что я не взяла эпоксидные наклеечки, почему-то они мне не приглянулись. Даже не могу сказать, почему. Но вот как-то не захотелось мне их приобретать. Давайте покажу немножко отсвечи. Вот, видимо, пакетик. Вот такие фишечки. Так, сейчас наведем. Такие симпатичные фишечки. И это у нас высечки. Тоже из этой серии «Наша малышка». Давайте я сейчас открою. Вот так вот все высыплю. И постараюсь быстренько-быстренько все это показать. Тут всевозможные есть слова, которые подходят для девочек. Так, давайте так немножечко сделаем. Угу. И бодики, и вот
овечки, слова. Это, я так предполагаю, для того, чтобы отмечать месяца. И сердечки, цветочки. Все, что именно к этому альбому, все, что попадается, видимо, на страницах этих листочков, все здесь есть. Ну, прелестно. Я люблю такие вещи, когда все как бы гармонирует, когда все в одной коллекции, очень мне нравится. И также я прикупила вот такой набор. Это уже набор 30 на 30. Взяла его не для каких-то конкретных целей, сразу вам скажу. Взяла я просто потому, что мне очень сильно понравилась расцветочка. Я вам сейчас покажу. Очень такой яркий мальчиковый набор. Давайте тоже по листам вам покажу. Вот такой листочек. Она тоже вся односторонняя. Очень красивый голубой. Немножко на камере темнее, но по факту очень нежный голубой. Вот такой со звездочкой. Этот рисунок описать не могу, но такой очень тоже симпатичненький. Вот такая расцветочка очень яркая. Вот такой листочек, полосочку. Зелененький. Шеврончик, еще одна звездочка, только в другом цвете. На самом деле он такой ярко-ярко желтый, но почему-то камера не хочет этот цвет придавать. Вот такой. Вот такой шеврончик. И вот такие карточки. Очень симпатичная коллекция, на мой взгляд, очень мне понравилась. Такая яркая бумага, будет с ней очень приятно и интересно работать. И продавец этого магазина положила мне подарочек. Это вот такие чебордики, которые можно всевозможно раскрасить, украсить. То есть они вот такого серого цвета, такие тежики. Все что угодно можно с ними сделать. Большое спасибо, Ириночка, за такой подарок чудесный. Я думаю, я не последний раз заказываю в этом магазине и стану вообще постоянным покупателем. Очень мне этот магазин понравился. Вот такие покупочки были мною совершены в магазине Eco Luxury. Как я уже сказала, да, напоминаю, что ссылочку на этот магазин, на эту группу ВКонтакте я оставлю внизу, поэтому заходите, смотрите. Очень хороший магазин, очень хорошие цены. Отдельное спасибо еще раз, да, Ирине, продавцу этого магазина, которая все вовремя, все очень быстро прислала, все ну, сработало прямо вот на 100%, как я уже сказала, да, отвечала на мои комментарии долгие, такие нудные, когда я что-то переспрашивала, что-то мне было непонятно и так далее. Своими покупками я довольна, надеюсь, понравится и вам. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока!